Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела были злы. Ты устал. Ничего не поделаешь. Бесполезно. Не суетись. Все равно, рано или поздно, они сожрут и тебя. Читай. Ты знаешь, а я очень рад. Да, честное слово. А чего ты ожидал? Вы мне уже вот где. Оба. Ты со своим корытом ржавым. Устал я. Пойми ты, не мальчик уже. Наигрался. Ничем этот раз не помогу. Иди, иди, прошу. И можешь не метаться. Ты всех достал уже. Никто тебя здесь больше не поддержит. Ну вот, давно пора. Сколько ж можно? Читай. Ты знаешь, а я очень рад. Да, честное слово. А чего ты ожидал? Мастерил потихоньку, как чувствовал. Держи штат перед этим. Пусть демонтирует. Держи руку! Хватайся! Хватайся за руку! Хватайся за руку, кому говорю! Ну! Фу. Фу. Капитан атомного ледокола «Северный ветер» с прибытием. Вам повезло. Здесь очень тонкий лед. Можно запросто погибнуть. Ну что? Не будем терять времени. Пройдемте на корабль. У нас впереди трудный путь. А ваших замечательных псов мы отправим обратно. В отличие от нас, они всегда найдут дорогу домой. «Идем!» – крикнул Данко и бросился вперед на свое место, высоко держа горящее сердце и освещая им путь людям. Они бросились за ним, очарованные. Тогда лес снова зашумел, удивленно качая вершинами.
Но его шум был заглушен топотом бегущих людей. Все бежали быстро и смело, увлекаемые чудесным зрелищем горящего сердца. И теперь гибли, но гибли без жалоб и слез. А Данка все был впереди, и сердце его все пылало, пылало. Баюшки, баюшки.